Продолжая рассказ о нашем переезде в новую квартиру в Израиле, в Хайфе, скажу, что все было готово для того, чтобы не делать уроки подростку. И даже икеевская доска для резки хлеба и то была разобрана, и к ней прочитана инструкция на 50 страницах. Что уж говорить о комодах и стеллажах. Дальше я немножечко приоткрыла дверь и подслушивала, что они там говорят и делают, но так, чтобы они меня не заметили. Вот. Смотрите, что я услышала. Можно сделать. Эту же тачку или коляску мы купили не в Икее, а в магазине Home Center. Нам она так понравилась, что мы решили, что она полностью подойдет под наш стиль икеевский, и ее нужно обязательно взять. На ней мы решили возить еду из кухни, например, на балкон или на второй балкон. Здесь же вы видите наш первый официальный обед дома за новым собранным столом. Нет-нет, конечно же, я здесь не готовила. Готовила я все это на старой нашей квартире, и сюда мы просто взяли и разогрели здесь. Хотя, вы знаете, может быть, я ошибаюсь. Картошку, возможно, я и варила здесь. Кола у нас еще оставалась с прошлой Икеи, когда мы брали еду в буфете на выходе. Там выдают вот такую вот колу к сетам. Ну а помидорчики и огурчики я тоже, конечно же, резала уже здесь, но взяли мы их из дома. Я села лицом к панорамному окну, чтобы смотреть на улицу. В это время ребенок прошел мимо с тележкой, ему просто нравилось ее катать. Ну а муж в это время выяснял, где же будет его посадочное место за этим большим столом. Здесь я опять подглядываю за тем, как мальчики приступили к сбору комнаты ребенка. Какого ребенка, спросите вы? Да нашего ребенка. Ну, пусть подростка, хорошо. Как вам удобнее? Сын захотел себе купить в Икее не просто рабочий стол или какой-нибудь шкаф, то есть, вернее, стол и шкаф, а стол вместе со стеллажом. Тут мне почему-то вспомнилась поговорка «7 раз отмерь, 1 раз отрежь». Да, конечно, не все всегда получается с первого раза, но ничего, проблема была решена. Да. Неправильно держит инструкцию, это уже мне нравится. Напоминаю вам, что мы находимся в Израиле, поэтому правильно повернуть инструкцию нужной стороной – это тоже может быть проблемой. Пришлось перейти к синхронному варианту и работать вдвоем. После этого стол и стеллаж были собраны. Так. Дальше мы отправились домой на машине, и там, где в Новый год на пальме висели елочные украшения, теперь надпись была другая – в честь праздника, который был в тот момент. От дома к нам поесть пришла наша кошка, ну она не наша, а дворовая, но об этом вы можете узнать в наших предыдущих влогах, коротких шортсах. И рассказали ей о том, что когда мы переедем, мы ее, конечно же, не бросим, а будем продолжать кормить. Чем, собственно говоря, мы занимаемся. Причем кормим ее не только мы, но и наши знакомые, а также другие люди из нашего подъезда. К сожалению, мы не можем взять ее на высокий этаж, так как здесь ей будет плохо. Ну и вдруг она решит сигануть с балкона за какой-нибудь птичкой. Поэтому она осталась жить в наших садах и дворах. Кстати, добрые люди с первого этажа, которые когда-то переехали, они тоже ее раньше кормили. Они оставили ей приоткрытыми окна в их квартиру бывшую. Там она спит. У нее всегда есть корм в миске, потому что наши родственники, как я уже говорила, ее кормят. Ну, а это опять любимая Икея, точнее, уже ее столовая. В этот день закончились праздники, и открылась наконец-то та самая столовая, где можно нормально поесть, а не всякими там бутербродами и пиццами набивать живот. Люди соскучились по шведским фрикаделькам, и в столовую образовалась огромная очередь. И мы оказались в самом ее конце. Кстати, в Икее ассортимент тоже немножечко меняется. Не совсем, но немножечко. Сегодня Икея предлагала нам всякие овощи и салатики. Мы небольшие любители овощей, поэтому взяли подносы и направились набирать обычную еду. Кстати, в этот раз проблема с Икеей оказалась в приборах. Ну, во-первых, они выглядели, мягко говоря, непрезентабельно, а во-вторых, тем не менее, проблема была решена. Мы набрали много еды и отправились на кассу, предварительно отстояв там тоже не слабую очередь. Это все, что мы взяли. Видимо, сильно проголодавшись, мы переоценили свои возможности, и потом мы брали уже непосредственно прямо в Икее такие, знаете, икеевские пакетики с зиплоки, и сложили туда еду, которую мы не доели. Потом этот пакетики мы просто пробили на кассе, а еду забрали в них с собой.
Тележку Икеи пришлось даже отвести на несколько шагов назад, чтобы кассирша увидела все, что на ней находится, от верхнего ряда до нижнего. Кстати, в Икее какая-то непонятная история с хлебом. Однажды я решила взять черную булочку, но кассирша сказала мне: «Нет, нет, не бери ее, бери две белых». Тогда мы были с сыном вдвоем и так до сих пор и не поняли, почему она так сказала. Ну, а здесь сын везет нашу телегу уже непосредственно к столу, папа выставляет все на стол, ну а мы начинаем есть. И, наверное, в этом влоге мы с вами будем прощаться. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал.